A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Сдайте драгоценности. Сдайте.
по описи. По описи. Спасибо. Спасибо. Любовь Юрьевна, не волнуйтесь, все, что у вас отняли, мы сейчас вернем вам. Многоуважаемые члены жюри, наверное, надо сразу к Леониду Ермольнику обратиться. Он закусывает губу, покусывает ногти, пальцы. Ты хочешь, чтобы я догадался? Мэрилин Монро, да, хочу. Да, мы иногда так проводим выходные, да. Красивая у вас жизнь. Да, 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 потому что я говорю... Давай, Лада, сегодня по-человечески отдохнем. Она одевается Мэрилин Монро. Я становлюсь немножко распущеннее. И все как так по-американски. Ты невероятно выглядишь. Назовите имя, фамилии, явки, пароли. Лада Дэнс. Лада Дэнс представила Мэрилин Монро. Мне невероятно понравилось. Пластически, по самочувствию, по красоте. Это абсолютно было точь-в-точь, это была Мэрилин Монро. А вот что касается голосового сходства, здесь у меня есть сомнения. Я не знаю почему, мне чего-то не хватило. Из-за этого я стал придираться к тому, что мне как-то больше хотелось, ну что ли, вот этой монровской... Как правильно сказать, Геннадий? Ну, не развязности, а какой-то вот еще... Свободы. Свободы, да. Вот чуть-чуть ты себя сдерживала, ты чуть-чуть скромнее была. Мне чуть-чуть чего-то не хватило. Леонид Александрович, мы добавим. Что? Так обычно делают студентки, которые поступают в театральный институт. Если, так сказать, не делом, так телом. А, вы меня тащите. Да. Пройдись вот так вот мимо членов жюри. Сейчас сделаешь одно движение, и будете... Все, вот, зачем пять, говорить? Пять. Лада. Пять. Любовь, так не пройдет пять. Номер, понимаете? Пять. А мне с каждым днем программа нравится все больше и больше. Почему вы при этом смотрите на Боярского? Задаю ему вопрос, он все-таки приезжий. А вам как, Михаил Сергеевич, наша программа? Очень симпатичная программа, и я должен признаться, что за Мэрилин Монро все сделали мужчины, костюмы, оператор, музыка и так далее. У Лады была задача посложнее, и несмотря на то, что ей помогали мужчины, и дубль был всего один и насквозь, она с этой задачей справилась. Поэтому то, что мне не хватило, это в конце основных фраз специфического тремоло в голосе Мэрилин Монро примерно так. Даймон, к сожалению. Даймон. Вот. Теперь я услышал, поэтому пять. Спасибо. Для того, чтобы такой звук Михаил Сергеевичу извлечь, он себе за подбородок тянет. Пять баллов. Правильно? Протянул я эту... Как это делается, я не понимаю. Я сама не знаю. Лева Фирина, как это делается? Можно научиться вот тому, что сейчас говорили, показывали? Конечно, можно. Тремоло, да? Конечно, можно. Конечно, можно научиться, во-первых, а во-вторых, это была действительно специфическая фишка Мэрилин Монро. Мне безумно понравился номер. Лада очаровательная. Номер красиво очень сделан. Очень красиво. Приближен к оригиналу, то, что вот мы видели на видео, сделали режиссеры максимум. Но вокально слышно, что тебе было тяжеловато. Вот не было скольжения воздушного, не было голосового. И не было вот этой придыхательной атаки с этим мелким вибрато. Поэтому этот маленький минус, но я знаю, что это безумно сложный номер. У Лады сам голос... большой, настоящий. Ей трудно его свести к этой вот узенькой-узенькой дорожке с этим меленьким вибрато и с этим легким касанием голосу. Поэтому за подвиг ставлю 5, но ставлю маленький минус. Геннадий Викторович, я попросил бы учитывать все вышесказанное, когда вы сейчас будете озвучивать свою оценку. Вообще... Вроде бы Мэрилин Монро показывать не так трудно, вроде бы, потому что это какое-то расхожее представление, такая вот, да, роскошная блондинка середины 20 века, все такая мечта миллиардеров. Мне кажется, Лада замечательно все сделала. Это очень красиво и эффектно. 5. Спасибо. Несмотря на то...
что первую пятерку Леня поставил только тогда, когда бюст Мэрилин Монро уткнулся в очки Ленины. И я не понял, он бюсту поставил 5 или артистке. Мы все ставим 5, видите? Я сегодня, не сдержался. Я использовал служебное положение в корыстных целях. Спасибо. Тогда я добавить хочу вишенку на этот торт. Сделай, пожалуйста, знаменитое пидам-пидам-пидам. И мы пойдем дальше. 20 баллов у Лады Дэнс в образе Мэрилин Монро. Спасибо тебе огромное. Присаживайся, пожалуйста. Это шоу «Перевоплощение. Точь-в-точь».